День добрый! С вами Смирнова Ирина. Сегодня мы продолжаем изучать наш Photoshop Online Pixel Art Editor. Сегодняшнее занятие мы посвятим первым практическим действиям, которые нам необходимы, ну, например, для создания титульной картинки для статьи блога. Поэтому мы будем с вами изучать все действия нашего эдитора, нашего редактора. Будем изучать все действия в практической работе. Вы должны понимать, что любой инструмент, который бы вы хотели освоить, вы освоите только тогда, когда вы будете на нем работать. Теоретические знания – это хорошо, но практика, она просто необходима. Поэтому мы попытаемся сегодня сделать совместно с вами титульную картинку для той статьи, которую я сегодня публикую на блоге и в которой я буду рассказывать, каким образом можно перевести рисунок, который вы нашли в интернете, например, в Яндекс.Картинках или Google-картинках, рисунок, который вам необходим для титульной картинки, но он идет в формате JPEG, то есть у него фон непрозрачный. Наша задача сегодня будет создать картинку, у которой будет прозрачный фон. Итак, я нашла картинку. Картинка эта посвящена у меня кошкам. Сегодня 1 марта, сегодня день кошек. И поэтому я решила хотя бы на титульной картинке отобразить такую приятную, веселую кошку. Поэтому я вырвала вот такую вот картинку. Эта картинка в том цвете, который я использую для своего блога. Поэтому с ней и буду работать. Загружать я ее буду не в компьютер, а буду загружать в виде ссылки. Посмотрите, я могу взять ссылку вот таким образом, навести курсор на картинку и кликнув правой кнопкой мыши, скопировать URL картинки. А могу просто эту ссылочку взять из адресной строки, скопировать ее двумя клавишами Ctrl-C и загрузить в редактор. Выбираю опцию «Открыть URL изображение». Открывается вот такое вот окошечко. Я ввожу сюда адрес картинки, кликаю «Да». Идет прогресс загрузки изображения. И вот картинка моя здесь на холсте нашего инструмента. Почему я собираюсь у этой картинки делать прозрачный фон? Посмотрите, если я обычно с картинками титульную картинку делаю в PowerPoint. И вот посмотрите, когда я загрузила картинку с изображением кошки, то у меня вот это изображение на белом фоне, видите, оно закрывает рисунок. И мне необходимо его сделать прозрачным. В конце ссылки мы видим расширение GIF, то есть на непрозрачном фоне. Тем более здесь еще вот есть подпись такая. И еще один момент, который очень важен для титульной картинки. То есть если я возьму, например, вот эту титульную картинку и проверю ее на уникальность, то мы увидим с вами, вот сейчас идет загрузка, что уникальность этой картинки очень невелика. То есть 80 результатов в интернете из 14 миллионов, биллионов картинок вот этот вот ресурс нашел. То есть если я буду просто использовать эту картинку, то вполне вероятно, моя титульная картинка будет не уникальной. Поэтому я собираюсь сделать собственное изображение титульное для этой статьи. Итак, прежде чем начинать работать с этой картинкой, я увеличиваю холст. Мне так будет удобнее, потянув вот сюда за правый уголочек. И я хотела обратить ваше внимание на вот эти основные опции меню. Мы немножечко начнем их изучать поподробнее, чтобы вы могли ими пользоваться в полной мере. Значит, первая опция «Файл», она у нас здесь очень и очень простая. Она повторяет у нас четыре опции, которые возникают у нас при открытии нашего редактора. То есть это создать новый рисунок, открыть изображение, открыть URL изображения, открыть библиотеку изображений, сохранить, печатать, закрыть, выход и выйти из этого редактора. Теперь посмотрите, вторая ссылочка «Редактировать». Вот здесь у нас с вами есть такие очень интересные дополнительные опции, которые мы с вами еще не рассматривали. Я хотела вам их сейчас показать. Но здесь практически все у нас понятно. Вот эта ссылочка у нас идет от отмена предыдущего действия. Это возвращение к предыдущему действию, то выполняем мы его повторно. Это я вырезаю какой-либо кусок картинки. Ну, например, я кликаю сюда «Вырезать». Вот такой вот инструмент.
который, видите, делит картинку на определенные сектора. И я просто кликаю на инструмент «Вырезать». У меня появляется окно подтверждения. Я прошу или это сделать, вырезать, или не делать этого действия, или отменить это действие. Ну, давайте я покажу вам, как это вырезается. Просто кликаю «Да», и вот вырезается та область, которую я выделяла. Возвращаюсь. Быстро выбираю сразу начальное изображение, то изображение, которое я загрузила. То же самое мы делаем с «Копировать», «Очистить», «Вставить». Это все очень известные действия. Вот я хотела бы вам показать здесь две опции, которые до сих пор мы с вами не рассматривали. Это опция «Свободное трансформирование». Давайте я кликну на эту опцию. Посмотрите, в точках крайних картинки появляются маркеры. И эти маркеры, захватив один из маркеров, я могу свободно работать с этой картинкой. Обратите внимание, что здесь я могу ее менять. Задумала прямолинейное движение, то есть движение идет или, видите, горизонтальное такое сужение, или вертикальное. Я захотела, я его перевернула, эту картинку. Вот, видите, я ее могу в любом направлении перевернуть. Теперь рассмотрим вторую опцию. Вторая опция тоже свободное изменение внешнего вида этой картинки. Посмотрите, появляются вот такие четыре в углах прямоугольной картинки, четыре маркера. Я могу потянуть за этот маркер, и теперь у меня идет изменение не в параллели, а вот я могу сделать любое искривление этой плоскости. Я могу здесь вытянуть этот уголочек, могу вот этот уголочек изменить, могу потянуть за этот уголочек. То есть я могу изменить картинку так, как посчитаю нужным. У нас есть опции изображения. Здесь я могу изменить размер изображения. Например, я могу сохранить пропорции, а могу, сняв вот эту галочку, я могу изменить размер холста. Могу повернуть на 180 градусов. Видите, вверх ушло. Могу повернуть на 90 градусов. Вот таким образом моя кошечка повернулась. Могу повернуть вот так. И могу отразить по горизонтали. Я ее поворачиваю так, чтобы она смотрела в левую сторону. И вот с этой кошечкой мы с вами и будем работать. Обратите внимание на то, что, как я уже показывала, эта кошка нарисована акварелью. И нарисована она на белом фоне. Если внимательнее посмотреть, то фон не совсем белый. Он тоже тут немножечко из такого бежевого цвета отображен фон. Вот теперь наша задача убрать этот фон, сделать мордочку кошки на прозрачном фоне. Наша задача заключается в том, чтобы мы зашли вот сюда, в эту палитру, которая называется слои. И посмотрите, у нас показано, что был загружен рисунок с определенным фоном, но слои не разделены. Посмотрите, вот висит замочек. Если я кликну на этот замочек дважды, то у меня слои будут разделены. Вот теперь я беру волшебную палочку и начинаю выделять фон. Обратите внимание на то, что фон выделяется волшебной палочкой в те области, которые свободно, как сообщающиеся сосуды, между собой объединены. Штрихи рисунка, они разделены между собой, поэтому весь фон практически остался открытым. Вот для того, чтобы его убрать, я нажимаю на клавиатуре клавишу Delete. И посмотрите, я вижу сразу, что в журнале появилась опция «Очистить». И обратите внимание, что на поле, на холсте, на самом рисунке появляется вот такая шахматная серая доска, которая обозначает, что этот фон стал у нас прозрачным. Но теперь обратите внимание, что вот у меня осталась вот такая вот буковка «Т», которая мне совершенно не нужна. Значит, я аккуратненько ее выделяю. Вот она выделена у меня. И еще раз добавляю Delete. Эта буковка Т, она определена в рамочке. Вот эту рамочку тоже надо убрать, поэтому я выделяю еще раз рамочку. Видите, все это ушло. Но теперь есть один такой не очень приятный момент, который заключается в том, что, посмотрите, мордочка моей кошки,
она стала тоже прозрачной, которая свободно с ней соединялась. И вот эта часть фона, она тоже вся ушла. Вот обратите внимание на ушки. Видите, в ушках здесь объединения между штрихами рисунка нет. И поэтому здесь этот фон не ушел. Вот чтобы этот фон закрасить, я делаю следующее. Я беру инструмент кисть, выбираю размер кисти. Ну, давайте я возьму эту размер кисти, ну, например, вот 70, да, я выбрала 70. Есть такая у меня кисть. И теперь моя задача выбрать цвет этой кисти. Я закрашу белым цветом. Вот она, белый цвет. Я оставляю, что он белый цвет у меня. И теперь аккуратненько начинаю заполнять вот эту вот область. И аккуратненько вот эти части все заполню. Я не буду занимать ваше время, а просто покажу уже готовую работу. Вот так вот будет выглядеть наша кошечка после того, как я с ней поработала. Рисунок готов. Сейчас я его просто должна сохранить на собственный компьютер. Что я делаю? Я могу сохранить вот таким образом, выйдя вот через эту опцию «Сохранить». А могу просто закрыть этот рисунок, и мне тогда предложат сохранить изображение перед закрытием. Говорю «Да». Выбираем формат PNG и выбираем, где мы ее сохраняем, эту картинку. Или на моем компьютере, или в библиотеке PixLR. Я выбираю компьютер, кликаю «Да», и рисунок сохраняется. Итак, рисунок мы с вами сохранили. Теперь мне осталось только добавить этот рисунок на тот фон, который я выбрала. Вот посмотрите, видите, теперь, если в предыдущем рисунке у меня фон кошки закрывал сам фон рисунка и бабочку, то в этом рисунке у меня, посмотрите, фон кошки не закрывает уже бабочку. Я только сюда добавляю те надписи, которые я обычно делаю. Вот так вот. И инструментом Fast Capture вырезаю титульную картинку, та, которая мне необходима для моей статьи. Чтобы проверить уникальность этой картинки, я просто захожу в ресурс TinEye и выбираю картинку, которую я уже сохранила. И проверяю ее уникальность. Посмотрите, ноль результатов. Вот таким образом инструмент PixLR Editor помогает создавать титульные картинки для вашего блога. Уникальные титульные картинки очень быстро и просто. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина.